Казанский университет и Наманганский инженерно-строительный институт подписали первое соглашение о сотрудничестве еще в 2017 году. Первый в его рамках визит высшего руководства вуза во главе с ректором КФУ состоялся в минувшую пятницу. Сразу по прибытии гостям продемонстрировали возможности инженерного института и проводимые разработки для автомобильной отрасли. Катализатором для визита стало строительство нового завода корпорации Hyundai, запуск которого запланирован на 2020 год. Логично, что за помощью в организации инженерного обучения обратились именно в Казанский федеральный. По предварительной договоренности первых магистров для будущего завода и отрасли могут начать готовить уже в этом году на базе Набережно-Челнинского филиала. Там же развернется подготовка научных кадров для передачи через аспирантов накопленного опыта. Адель Шамилова, Универньюз.